Всем большой привет! Сейчас многие обзавелись домашними метеостанциями, так называемыми электронными, которые определяют температуру в любом помещении и относительную влажность. Но зачастую эти электронные приборы безбожно врут. Чтобы определить истинную влажность, нужно их тестировать или сверить по так называемому психрометру, гигрометру или где-то еще более достоверный прибор для измерения влажности. Как это делается? Вы должны заполнить этот психрометр. У меня ВИД 2 давно служит для этих целей, еще советский прибор. Заполнить его дистиллированной водой, перед этим прочистив, так сказать, все эти фильтры. И затем замерить по нему относительную влажность. Вот по этому прибору ВИД-2 температура 25,2 сейчас. И дельта, разница между влажным и сухим, 3 градуса. Это по таблице примерно 73-75% относительная влажность. А по электронным влажность на одном 56%, на другом 51%. А температура примерно правильная. Значит, 25,1 и 25,4. Это можно допустить. А вот это недостаточно, он сухой показывает воздух. Нужно ввести поправку на него. Эту поправку написать прям фломастером на электронном приборе. И потом ее учитывать при измерении истинной влажности. Вообще для комфорта должна быть влажность от 50 до 70% считается комфортная влажность. Вот таким образом можно скорректировать вот эти вот электронные приборы и иметь достоверные сведения. Спасибо всем за внимание. Не болейте.